Здравствуйте. Практически завершили реализацию шейкера для DTF принтера шириной 35 сантиметров. Данное исполнение – это премиум исполнение. Чем оно отличается от стандартного, сейчас быстренько расскажу. Первое – двойное охлаждение с фильтрами. Далее – дополнительные овалы для протяжки материала. 4 тена вместо 3 с возможностью отключения боковых. Регулировка угла наклона пленки. Такого нету в китайских вообще ни в каких. Это просто топ. Столик с обогревом. Вот эти вот небольшие доработки очень-очень облегчают жизнь оператора, который работает за данной техникой.